Ну, в эфире, все, отлично, все, погнали, выбрать эпизод, третий эпизод, теория хаоса. В двух словах, короче, первый первый эпизод Хризалиды, не знаю, что такое. Там, короче, я не помню, но я ходил там тёлкой туда-сюда. Вот, и, короче, на этом он кончился. Второй, ну, мы сначала гуляли с этой шлюхой, она меня бесила. Потом собирали бутылки вот на этой помойке. Потом какая-то тёлка покончила с собой. Виктория, ну... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Усыпальница. Зажечь свечу. Я прям вижу в конце этот. Вы зажгли свечу на усыпальнице. Павел Дацук из Сибири. Огромное спасибо, Паша, за подписку. Удачи тебе в следующем сезоне, поменьше травм. Дайте зажгём. Bless your gentle soul. Аминь. Аминь. God. That's like some awful TV. Но я не спидранер, если что, я это. Буду реально внимательно проходить, я всегда так делаю. Горят самые длинные из всех. Да, когда она была жива, у нее было написано, что она отсосет за Иисуса, там, или типа того, я помню. А теперь все такие: о, нет, Кейт, мы не хотели тебя травить. Мы же думали, что ты не сможешь покончить с собой. Луны ущербный лик встает из-за холмов. В лесу продрогший фаун играет на сопелке. Упившийся в соплю бухгалтер Иванов бредет сквозь лес к своей летающей тарелке. Все, что ли? Посидели? В этом был смысл. Fucking cool. Oh, we are toast. Here comes the whole Arcadian Bay Fire and Police Department. Max, try to find the light for the pool. I want to see the sharks. Otters don't like sharks. They bite. So do I. Hit that light. Так, бутылки мы искали, скотч искали, теперь ищем выключатель. Ведь у нее же нет ножек, правда? А, боже, дерьмо. Короче, я просто не знаю, я так надеюсь, что в конце ее убьют, но я уже понял из некоторых намеков в чате, что, скорее всего, ее убьют в конце. Это не может не радовать. Ни жопы, ни сисек, короче. Time to do or die, Max. Ну, я готов, типа. Мне переодеться надо или чё? Слышь, Хлоя? А, во. Это ты еще на Твиче не запретили, а то такая эротика жесткая. Меня полностью нет, абсолютно всерьез. Ситуация help, ситуация сос. Я себя не пойму, ты откуда взялась. I think I've had my pool experience for the year. Let's check. Let's call it a draw. Блин, бассейн в школе. У нас в школе даже туалеты не всегда работали. Надо скриншотов потом наделать перед сном. Так, давайте попробуем спрятаться. Нет, нет, нет. Где ж тут можно спрятаться? Шкафчики такие маленькие, как и сиськи главной героини. Блин. Так, давайте это, весь опыт, который я перенял из стелс-игр, сейчас как бы он сработает. А?
Никого нет. Да мне срать на твой флешлайт. Ты посмотри, как я мансую. Лах. Я в Prop Hunt играл с кексом, блин, я знаю, как это делается. У меня бывшая предлагала, встречалась, понял, понял. Ну, жалко, жалко, что отказалась. Интересно на такие вещи всегда посмотреть. Так, по пьяни можно говорить на какой-нибудь поцелуй наспор. Но даже я целовался с мужчинами наспор в засос, ничего такого. Это мне... Ну, с мужиком, кстати, противно целоваться, мерзко. Языки довольно грубые. Когда с девушкой целуешься, у них обычно такой приятный язык с холодным кончиком, а у мужиков такой противный. Стоп! Чего? Я, блин, думал о своих поцелуях с мужчинами, и мы пришли к этому моменту. Я все опять прослушал, потому что я начал ностальгировать, типа, по молодости. Ну понятно, что я поцелую Хлою-то. Мне она, кстати, в этом эпизоде уже не так противна. Я бы не такое замутил. Но она только это делает вид, что что-то делает на самом деле. Обратите внимание на текстурки. Ванамас бы, наверное, просто ослеп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это как, блин, Wolf Among Us, типа... Гласхим. Ну, типа, блин, я был уверен, что она случайно сядет, заденет его и, типа, разольет, или типа того. Почему нельзя, я не знаю, как там в оригинале, но переводчики, почему не написано вылить на Фрэнка? Разлить. Отлично, отлично просто. Ну, разливать не ходится, а теперь. Хотя, I was eating those beans. Are you fucking insane? I was eating those beans. Разлить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добивай, пока лежит. Ну чё ты? Да, видимо, она никогда не видела бои Ронды Роузи. Ты чё, уже жрачку нашла себе, что ли, или чё? Так. I should have known. А, он фоткал, пока. Понял, понял. I couldn't have done it without Frank. Now let's get in and out. You'll need this, Max. Мне кажется, это кость Рэйчел. Или Кейт. Бросить прямо на дорогу, бросить на парковку. На дорогу, чтобы его песика задавили! Да нет, я же не больной человек. Прикиньте, какой-нибудь мудила бы на дорогу кинул. Так, стоп. Давайте проверим на всякий случай. Ну, типа, просто, типа, ради интереса. Please do not let that poor dog be hit. I'm sure he is. Come on, we definitely don't have time to waste now. Не, парни, я не люблю собак, но есть, блять, грань, по-моему, мерзости. Не-не-не. И Фрэнк мне нравится, я не представляю, как такое можно совершить. Даже я, человек без сердца, который много плохих вещей сделал, даже ублюдочный я, который злую карму даже без взрыва мегатонны заработал в Fallout'е за 2 стрима, я все равно не могу так. Это перебор, это перебор. Это худшее, что вообще можно сделать в компьютерной игре, по-моему. Вот за это не хатрат надо, а вот это.
Тихиум, тихиум, белым пламенем объят. Да, были времена, когда Хлоя была хороша, а теперь мы мгновение. Ну чё, мы подходим, видимо, к концу плавно. Ну и все, с ней теперь, блядь, может она там курнула все-таки у Фрэнка в этом самом. Или таблеточку слопала синюю, очень похоже по воздействию. Вот на синюю таблеточку очень похоже, друзья. Можно так целый час сидеть кино, смотреть фотографии. Наведите с помощью А и Д фокус. Вот это геймплей, ребят. Вот это я понимаю геймплей, блядь. Да кончайте, чё от меня хотят? Да чё такое-то, я не пойму этой головоломки. Так, чат, мне нужна помощь, я вообще не понимаю. Я вообще не понимаю. Я вообще не понимаю, что делать. Я жму А и Д. У меня уже сейчас реально этот тремор начнется, как вначале предупреждали. Да чё за хрень-то? Так я жму! Ничего же не происходит. Че это за дерьмо? Совсем отчаялся, братан. Я вообще не понимаю. Ну вот, она набрала резкость. Я нажимаю левую кнопку и чё? Бля, я ща блевану. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Твою мать, а фаерболами она научится к концу игры стрелять или типа? Типа того. Так. Но он как в пункте назначения умрет потом в другом месте, я так понимаю, да? Че за херня? 10 из 10, господи, ну и бред. То есть три предыдущих эпизода мы зря играли, теперь мир будет другим. Fucking awesome. Надо мною тишина, небо полное огня, свет проходит сквозь меня, я свободен вновь. Свет проходит сквозь меня, я свободен вновь. От холодный шепот звезд мы сожгли последний мост. От холодный шепот звезд. Ой, блядь. Нет, нет, хватит, хватит, блядь, я не могу, сука. О, боже, блядь. О, мой бог, нет, 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 хватит, хватит. Ща жирная такая выйдет. Давайте, покажите. Что, на карте? Ну вот, я всегда говорил, что не стоит стрелять по шинам-то. Вот такой вот поворот.